Я снимаю. Анализы все, хорош на сегодня. Спасибо. Пораньше надо поехать. Все, спасибо. Отдыхай. Да, я с тобой отдыхаю. Здравствуйте. Нормально, ребята, да? Я хорошо, рад. Спасибо. А там есть что перекусить, да? Ну, хотя бы кофейку взять. Кофейку можно. Всем привет. Позировал как мог. Здорово. Здорово. Чуть-чуть повыше руки. Левой рукой возьмись вот так за герб, покажи его, чуть оттяни. Угу. Чуть плечи на меня больше. Ага. Тоже с улыбкой. Угу. Да! Пойдет? Или да. Еще? И давай еще сделаем с мячом. Мяч под левую руку возьми. Да! Отлично. Все? Все. Спасибо. Все. Супер. Чуть-чуть голову больше на меня. Ага. Супер. И с улыбкой тоже. Все. Да, все. Спасибо. Я вспомнил, что я вчера не спросил. Че? Вот эта песня «Солнце Монако». Ты ее ставил в раздевалке? Нет. Не было какого-то хайпа внутри команды на нее. Не. Она меня, если честно, с нулевой бесить почему-то начала. Эта песня. Я не знаю почему. Какая-то раздражительная. А так не, ничего не ставил. Я помню, как-то кто-то где-то ставил. В отпуске я был. И где-то был то ли. В ресторане я был, то ли в караоке в каком-то, и кто-то увидел меня и поставил специально, типа, и потом весь зал начал реагировать на это. А так со мной. Так, все, да? Да. 4 минуты 32 секунды. Вот это я понимаю подход. Теперь руки на груди скрещены. Смотри, что это за перец? Это то. Отлично. Вот это обычно. Все, спасибо. Жёное все. Да, да. Все, да? Да, спасибо. О, отлично. Давай. Вот. Ну, не вешался, блин. Хорошо. Ай-яй-яй. А ты устал? Да. У нас ехать 3 дня. А, ну, сколько ты ехал, да?
Я выехал, думаю, вчера, я ночевал в Сочи, чтоб спокойненько, и утром полетел. Выспался и полетел. Нормально. А, тогда в Сочи я 6 часов ехал на поезде. А что, а, там ласточка есть 4, но не было ласточки? Ну, она сидячая, встать. Мы так ездили. Ласточка? Ну, после, когда мы играли вот с вас. С Краснодаром она 4,5 да, идет. Да, мы как-то ехали 4 часа. Нормально. Ну, там в целом не сразу, потом ехали просто один раз. Два! Дай, хорош. 4! 6! 5! Есть! Сыграл! 1! Подожди! Да, не было! Вольстар! Да ты встал там! О, какая разница! Мы знак вопроса поставим. Так, окей, давай с конусом. Нормально? Да. Ну, смотри. Ну как ты хотел? Я что-то разбил. Лицо себе разбил бы. В челлендже. А тут я понимаю, самоотдача у нас, а? Конечно. Максимально, сразу видно. За каждый мяч. Смотри, это, сейчас будет просто... Там говорят, конкуренция. Конкуренция? Это, дистанция просто рукой. Давай, нормально. Еще раз. И что вы тут видите? Она уже так. Даже не знаю, что сказать, да? Интересно. Тест можно делать упражнения, силу свою узнать. В принципе, все. Ты во сколько пришел? Только что. Тренером с своим любимым общаюсь. Хотим расписать программу на год. Хочу право сначала. Ай-яй-яй. Давай. Как ее поднимать? Подними, собственно. Левая рука. Смотри. Я знаю, да, Луис, ну что ты. Ой, все. Вчера слышал это слово уже где-то.
Вот они. Всем добрый вечер. Галась. Привет. Гранде. Привет. Здравствуйте. 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 Ну что, пошли? Кушать сразу. Водитель на дверь, как быстро довез. Даже грузовик быстрее приехал. Мы быстрее приехали.